Болезни не останавливают тех наших земляков, кто не боится трудностей, тех, кто готов идти вперед, демонстрируя настоящий характер. Люди с ограниченными возможностями здоровья в Славянском районе активно участвуют в спортивных состязаниях. Одна из лучших в плавании – Наталья Павлюкова. Героиня нашего репортажа – воспитанница специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва «Изумруд». Торжественный прием ее главой Славянского района уже много говорит о достижениях спортсменки. Наталья приняла участие в чемпионате России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Она установила рекорд России на дистанции 50 метров баттерфляем. На дистанциях 150 метров комплексным плаванием и 50 метров брасом выполнила норматив мастера спорта международного класса. Так держать, но мы будем по возможности, вот, будем, конечно, помогать, поддерживать, будем на соревнования приходить, помогать вам путешествовать, побеждать. В ходе разговора глава Славянского района рассказал о том, что делается для увлекающихся спортом, и получил ответы на вопросы об успехах и нуждах спортсменки. Ей вручили подарок и цветы. Мастер спорта международного класса – это, наверное, самый последний мой успех и рекорд России. В какой дисциплине? 50 метров баттерфляй. Очень сложно. Я, конечно же, не собираюсь останавливаться на этом. Планы попасть на Токио в 2020 году и на Олимпийские игры, да, и как бы дальше идти. Спортивные успехи Натальи Павлюковой стали реальностью во многом благодаря хорошей работе тренера. Спасибо огромное Роману Ивановичу Синеговскому, администрации. Они поддерживают спорт, не только вот плавание с Натальей, а вообще инвалидов поддерживают. Спасибо большое. Ну, а так стараемся работать. И, конечно же, мы всегда выезжаем, берем с собой флаг Славянского района, флаг Кубани. Всегда есть фотографии. Как бы мы стараемся прославить наш район, нашу малую родину. Как сказала спортсменка, планы на будущее у нее самые смелые. Так пожелаем ей всяческих успехов. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».